Bonjour. Bonjour les enfants. Les enfants. Bonjour les enfants. Эй, это что такое? Ты уснула? Нет. Мы без тебя будем, что ли, открывать шопкинсы? Нет. Нет. На что мы будем делать сегодня на уроке? Открывать шопкинс. Шопкинс будем открывать и будем называть вам то, что мы там найдем, по-французски. У нас такая коробочка, и в ней у нас сколько шопкинсов? 12. Мы разобьем урок на два раза, потому что он получится слишком длинный, если мы все сразу будем учить. Но мы сегодня посмотрим. Сделаем первую половину, а завтра вы увидите продолжение, вторую часть. И два секретных шопкинса вы увидите тоже завтра. Они спрятаны вон там, вот в этой корзиночке. Давай. Так, вот наши корзиночку с двумя секретными шопкинсами мы оставим на завтра. Так что не пропустите завтра продолжение. Ну, давайте начинаем. Мы их все вытащим. Вот корзиночки для них такие. Давайте вытаскиваем. А, аспиратор. Подожди, все показывают по одному и называйте. У нас их всего 10 здесь и 2 секретных. Значит, 6 сегодня. Смотрим. И 4 откладываем на завтра. И 6 завтра. Я откладываю первые попавшиеся. Давайте рассматривать. Давайте, показывайте каждый по одному шопкинсу по своему. Давай, Алис, показывай. Один у Жюстин, один у Алисы. Алис, покажи один какой-то. Вот. Первый шопкинс у нас вот такой вот тапочек. Сначала у нас тапочек будет. Как по-французски тапочек? Une pantoufle. Алис, а ты? Алис. Алис, как тапочек по-французски? Une pantoufle. А это как? А сначала скажи тапочек как. Une pantoufle. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Давай в корзиночку. Следующий. Следующее это мороженое. Une glace. Une glace. Мороженое по-французски. Une glace. Алис. Une glace. Une glace. Это молочное. Это милкшейк. Нет, это коктейль молочный. Вот это. Следующее у нас кепка. Куда это наши шопкинсы гуляли? Алис. Хорошо, еще раз кепка. Каскет. Давай, что ты купила в магазине? Покажи, Алис. Ну-ка, покажи нам, что это. Давай посмотрим. Алис купила спагетти болонез, по-моему. Спагетти с соусом болонез. Да? Жюстин, как спагетти? Спагетти. Алис, спагетти как по-французски? Спагетти. Хорошо. Что ты еще купила в магазине? Покажи, пожалуйста. Что же такое это? Ну-ка, покажи мне. Мороженое. Мы же мороженое вроде бы уже сказали или нет? Мороженое. Да, сказали. Алис, как мороженое по-французски? Une glace. Молодец, Жюстин. Молочное. Мороженое. Une glace. Хорошо. Это молочное. А это молочный коктейль. Давай-ка я его покажу. Вот, покажи коктейль. Вот, молочный коктейль. Как по-французски молочный коктейль? А милкшейк. А милкшейк. И папа. Молочный коктейль. А милкшейк. Что еще купила Алис? Я купила книжку. Ты купила книжку, хорошо. Ребята, книжка. Ребята, книжка по-французски будет? Аливр. Аливр. Алис, как по-французски книжка? Аливр. Олив. Почти правильно. Хорошо. Ну что, мы сделали уже все?
Ну ладно, мы прощаемся с вами до завтра. Завтра вы увидите остальные 6 шопкинцев. И среди них 2 сюрпризика. Ова, лизами. Ова. Ой, я хочу.